сгруппировались, ребятки. Ребятки сгруппировались. Сгруппировались. Иди сюда, Паша. Сюда иди. Лондон! Париж! Португалия! Доброй ночи, друзья! Мы находимся в столице Венгрии, в Будапеште. История города насчитывает более 2000 лет. Здесь были поселения кельтов. Вот. А сам город образовался в 1873 году после слияния трех городов. Буда, Пешт и Обуда. Вот. Обуда, Пешт, Буда, Пешт. А в 1893 году здесь открылось первое метро на европейском континенте. Так вот, неожиданно прогуливаясь по набережной Дуная, нашли памятник Шекспиру. Последнее утро нашего Евротура мы встречаем в Будапеште. У синагоги. У синагоги. По левую руку от нас находится вторая по величине синагога в мире. Первая по величине находится в Нью-Йорке. Thank you.
сейчас мы находимся на территории Будайской крепости. Сзади видна река Дунай. Собор Святого Стефана, крепость в формате. Построенный в том же самом стиле, что и парламент в Лондоне. То есть это неоготика. Длина здания 263 метра, если не ошибаюсь. Ширина 123, высота 96 метров. Вот эти грустные ребята.